Биография русского поэта Брюсова Валерия Яковлевича. Известный русский поэт родился в декабре 1873 года в Москве в купеческой семье. Отец его, несмотря на принадлежность к практичному сословию, очень увлекался естественными науками и литературой. Любовь к книгам он передал и сыну. С детства маленький Валера слушал разговоры на умные темы, читал научные книги, особенно привлекали его биографии великих людей. В 11 лет Брюсова отдают в гимназию, где его принимают сразу во второй класс. Мальчик настолько отличается по своему интеллекту от остальных учеников, что они первое время нещадно издеваются над ним. Чуть позднее гимназисты начинают понимать, что Валера не только знает много интересного, но и может пересказывать книги целиком. У Брюсова появляются друзья. Уже с 13 лет он мечтает сам писать книги. В гимназии, кроме литературы и истории, предметами любимые будущего поэта становятся астрономия и философия. Во время учебы он издает рукописный журнал «Начало», который становится его первым литературным, так сказать, трудом. После окончания гимназии в 1892 году Брюсов поступает в университет на историко-филологический факультет. Здесь он углубленно изучает древние и современные языки, историю классических и современных философов, литературу и искусство. В год поступления Брюсову впервые попадают в руки произведения французских символистов, которые производят на него неизгладимое впечатление. В 1894-1895 годах он издает свой первый литературный сборник под названием «Русские символисты». Почти все произведения написаны Брюсовым, хотя большинство подписаны разными псевдонимами. В 1895-96 годах выходит второй уже авторский сборник поэта «Шедевры». Обе книги вызывают жесткие отзывы критики, но Брюсова это совершенно не расстраивает, так как он считает себя носителем новых литературных идей и уверен, что все новое пробивает себе дорогу с боем. Нового последователя поэзии символизма принимают в свой круг известные писатели это направление – Сологуб, Мережковский, Гиппиус и другие. Еженедельно Брюсов встречается с московскими модернистами. В этот период он много занимается переводами зарубежной классики, начинает писать фантастические произведения. В 1897 году впервые выезжает в Германию, где находит свое личное счастье. Супруга на всю жизнь становится его помощницей и в литературном творчестве. После окончания университета Брюсов с головой уходит в литературную деятельность. 2 года работает в редакции журнала «Русский архив». Позднее переходит в новое издательство «Скорпион», которое издает произведения модернистов. Принимает непосредственное участие в создании лучшего журнала символистов «Весы». В 1900 году выходит сборник стихов Брюсова «Третья стража», после которого поэт получает настоящее признание. В 1903-1906 годах на волне творческого взлета поэт выпускает 2 свои лучших поэтические книги «Граду и миру» и «Венок». Постепенно поэзия его становится более простой и душевной, более понятной в выражении чувств. В первом сборнике прозы «Земная ось» возникают фантастические произведения, а также драма «Земля», выражаясь современным языком, роман-катастрофа. В 1908 году писатель заканчивает исторический роман «Огненный ангел» с элементами готики. В 1909 году проводят исследование, которое можно назвать первой работой по отечественному фантасковедению. Характеристики Гоголя, где исследуют творчество Гоголя как фантаста. За 2 года, 1911-12, Брюсовым написаны сборник рассказов «Ночи и дни», повести, роман «Алтарь Победы» и множество новых произведений. Он впервые занимается теоретическими разработками написания научно-фантастических рассказов и повестей. В
годы Первой мировой войны Брюсов некоторое время работает на фронте военным корреспондентом, но вскоре возвращается домой, ужаснувшись бессмысленности жестокости войны. Произведения писателя все больше отходят от позиции символизма и отвлеченных мотивов. Брюсов начинает видеть и восхищаться человеком труда, который преобразует землю и покоряет природные стихии. Созвучно его мыслям и чаяниям оказывается Октябрьская революция. Брюсов полностью принимает ее, становится активным сторонником преобразований и даже членом коммунистической партии. Уже с начала 1918 года, когда большинство интеллигенции стояло еще на выжидательных или даже враждебных позициях по отношению к светской власти, Брюсов является к Луначарскому, занимавшему тогда пост наркома просвещения, и предлагает свою помощь. Валерий Яковлевич ведет огромную работу по возрождению культуры в Советской России. Он возглавляет научные библиотеки, занимается вопросами художественного образования, является членом Государственного ученого совета, профессором Московского университета, председателем Всероссийского союза поэтов, редактирует журнал «Художественное слово» и занимается еще множеством дел по поднятию культурного уровня народа. При этом он успевает писать и выпускает 6 сборников новых стихов. Пишет фантастические произведения, устремленные в будущее. Экспериментирует с новой ритмикой стиха. Сквозь голод и разруху гражданской войны он видит светлое и счастливое будущее для своей страны и готов для этого много работать. К сожалению, здоровье Брюсова оставляет желать лучшего. В 1924 году его провожают в последний путь на Новодевичьем кладбище города Москвы. Интересные факты. Брюсов научился читать в 4 года. Он был первым человеком в России, прочитавшим в широкой аудитории доклад об Атлантиде.